Ну и сейчас новость неожиданная. На уроках в одной из ярославских школ могут официально разрешить мобильные телефоны. Вопрос, быть или не быть гаджетом в стенах 14-й средней школы, еще в декабре прошлого года задали ученики специального кадетского класса. Для них телефон на уроке официально под запретом. Инициативу поддержала администрация школы. Решили устроить опрос и принять официальное решение. 18 марта обсуждение других актуальных школьных вопросов пройдет также в нескольких образовательных учреждениях Ярославля, Ростова и Ростовского муниципального района. Мы не сможем тогда и запретить его, а будем разрешать использование телефона, если таковое требуется учителю в рамках урока, и если посыл педагога будет для учеников таков, что, пожалуйста, дети, возьмем сотовый телефон и воспользуемся информацией, которая нам необходима для урока. Только тогда мы будем детям разрешать использование телефона.